Латиша Моник Фрейзер родилась 3 октября в 1991 году. В возрасте 18 лет она пропала без вести. В последний раз ее видели, когда она покидала место своей работы в Макдональдсе. Латиша родилась в очень бедной семье, но несмотря на это, она всегда была очень жизнерадостной. Отец вспоминает, что в детстве она была похожа на маленького мальчика-сорванца. Латиша занималась многими видами спорта и просто обожала футбол. Всю свою жизнь их семья боролась с бедностью, но никогда не падала духом. К 18 годам Латиша устроилась на работу в Макдональдс. Она стремилась обеспечить не только себя, но и свою маленькую дочку, которой к тому моменту было уже 3 года. В верхней части руки у Латиши была татуировка «Бриллиант» в честь своей дочери Даймонд. Она безумно любила свою маленькую девочку и стремилась обеспечить ей счастливое, хорошее детство. Латиша очень любила готовить, она мечтала стать шеф-поваром. Близкие всегда поддерживали это стремление и гордились ею. Сложная, но счастливая жизнь Латиши оборвалась 2 августа в 2010 году, когда она не вернулась домой с работы. Когда поздно вечером Латиша не вернулась домой, ее родители решили позвонить, но она не брала трубку. Латиша была очень ответственной, и если она где-то задерживалась, то всегда предупреждала об этом родителей. Поэтому они сразу же начали волноваться. Они пошли в полицию. Но полицейские на тот момент не стали заниматься исчезновением девушки, предположив, что она просто где-то отдыхает. Поэтому родители начали свои собственные поиски. Они обзвонили всех, кого знали, но ни с кем в этот день Латиша не договаривалась встретиться. Они пошли на работу, чтобы опросить ее коллег, но никакой новой информации о местоположении дочери узнать не удалось. Родители распечатали листовки с фотографией Латиши. Они раздавали их всем, кто открывал двери в близлежащих домах. Они раздавали их прохожим на улице, а также расклеивали на столбах. Так прошло несколько недель. Никаких новостей от Латиши не было. Полицейские все еще не занимались поиском Латиши. Их основная теория заключалась в том, что эта молодая женщина просто устала от трудной жизни и сбежала. Некоторые люди также считали, что она скрывалась у своих друзей, а возможно у нее появился новый мужчина, и она переехала к нему жить, бросив свою семью. На протяжении долгих 5 месяцев родители и друзья распространяли информацию об исчезновении Латиши. Абсолютно никто не знал, где она находится, и этот страх неизвестности поселился в ее семье. Однажды ночью сестра Латиши получила сообщение на Facebook. Оно было отправлено из фейковой страницы под фамилией, именем и отчеством Латиши. В сообщении написали: «Твоя сестра мертва, и мы также следим за тобой. Мы убили твою сестру и можем то же самое сделать с тобой». Рок-Крик – это местный парк, в котором также протекает река Рок-Крик. На следующее утро сестра рассказала полиции об этих сообщениях. Следователи тут же пошли в указанное место и осмотрели абсолютно всю территорию. Но никаких следов Латиши найти не удалось. Вскоре человек, который пожелал остаться анонимным, обратился в полицию и рассказал то, что он знает об этой истории. Благодаря этим показаниям, через 5 месяцев после исчезновения Латиши, 6 человек были арестованы. Это была компания из 3 парней и 3 девушек возрастом от 16 до 23 лет. Имена девушек: Аника Нельсон, Синтия Проктор и Ленни Белл. Лоренс Хассан и Брайан Гейтер, им было за 20 лет. И самый младший 16-летний Джонни Свит. Первоначальная теория полицейских заключалась в том, что Латиша сбежала, но теперь они предполагали, что ее похитили и убили. Новая теория заключалась в том, что после рабочей смены в Макдональдсе Латиша пошла на встречу с этой компанией. Среди молодежи могла завязаться какая-то потасовка, которая закончилась убийством.
Конечно, на тот момент это была просто теория. Полицейские не знали, кто и в какой степени был замешан в этом преступлении. Выяснилось, что очень часто компания собиралась в доме у Брайана Гейтера, у самого старшего члена компании, которому на тот момент было 23 года. Полицейские направились к нему в дом, но при первом обыске абсолютно ничего найти не удалось. Затем при обыске был использован люминол, и удалось обнаружить огромное пятно крови под ковром в спальне. Крови было настолько много, что она пропиталась в половнице. Вся группа из 6 человек была арестована в феврале в 2011 году. Половина из 6 человек раскололась при первом же допросе. Выяснилось, что организатором этого преступления был самый молодой, 16-летний Джонни Свит. Накануне преступления Джонни рассказал своим друзьям, что Латиша украла у него $900. Конечно, не было каких-либо доказательств, что она украла у него деньги, как и не было доказательств, что они когда-либо у него были. Стоит заметить, что никто из этой компании не работал. В основном она состояла из бездельников и лодырей. Каким-то образом Джонни убедил своих друзей, что Латиша украла у него эти деньги, и он хотел ее за это наказать. План заключался в том, чтобы все собрались дома у Брайана. Трое из 6 человек должны были спрятаться в спальне, именно в той спальне, где было обнаружено огромное пятно крови. Остальные трое человек заманили Латишу домой, а когда она туда пришла, на нее напали и начали избивать. Чтобы она не кричала, ей засунули в рот кляп и заклеили губы скотчем. Лодыжки и запястья связали, а на голову надели наволочку. Вся группа по очереди пинала ее ногами и била, а некоторые даже прыгали по Латише. Доподлинно неизвестно, на протяжении какого количества времени они избивали эту молодую женщину. После этих избиений ее затащили в чулан, где позже обнаружили мертвой. В тот вечер, когда компания расправилась с Латишей, они продолжали отдыхать, выпивая спиртные напитки. А на утро компания решила избавиться от улик. Они расчленили тело Латиши в ванной и поместили ее по частям в мешки для мусора. Перенесли мешки в машину Брайана, отвезли к мусорным контейнерам и выбросили. На данный момент считается, что тело Латиши Фрейзер находится на одной из двух свалок в сельской местности в Вирджинии, возможно, на обеих. Поскольку тело Латиши находилось на свалке достаточно долгое количество времени, найти его было практически невозможно. По сей день семья не смогла похоронить ее должным образом. Все 6 человек были осуждены за убийство. В ходе судебных разбирательств было высказано предположение, что истинным мотивом убийства была не кража $900, а некая зависть, которая в дальнейшем переросла в гнев и ненависть к этой молодой женщине. Латиша была намного успешнее, чем кто-либо из этой компании. К 19 годам она уже обеспечивала себя, своего ребенка и помогала своей семье. Нет абсолютно никаких доказательств, что Латиша украла у Джонни деньги, но есть большие сомнения, что они когда-либо у него были. В любом случае, это бы не являлось оправданием для того, чтобы лишать человека жизни. В первые дни после пропажи Латиши, когда ее мама распространяла информацию об ее исчезновении, кто-то из местных жителей дал наводку на дом Брайана Гейтера, и случайно эта встреча была записана на видео. Брайан утверждал, что не видел ее ближайшие дни. Он даже предложил матери зайти в дом и убедиться, что ее там нет. Он спокойно пригласил в дом, где на днях было убийство и расчленение Латиши. Но все следы этого жестокого преступления, естественно, были убраны. Когда они оба вышли из дома, Брайан приобнял мать Латиши, утешая ее. Он высказал искренние переживания и надежду, что она вернется. Брайан Гейтер признал себя виновным в убийстве первой степени, а также в том, что это он избавился от тела. Брайан был приговорен к 32 годам тюрьмы. Все остальные, кроме Джонни Свит, также признали себя виновными и получили от 8 до 20 лет лишения свободы. Джонни Свит, которому на момент суда было 18 лет, все еще отрицал свою виновность, несмотря на то, что другие уже давно признались. Джонни утверждал, что он просто хотел припугнуть Латишу, а его 5 друзей были именно теми, кто убил ее. Эта легенда противоречила показаниям остальных 5 человек.
Линет Белл, одна из участниц этой группировки, выступила на суде против Джонни, заявив, что именно он практически заставлял избивать Латишу. Джонни грозил огромный срок. Ему была предложена сделка о признании вины. И в том случае, если бы он признался в убийстве Латиши, то его срок был бы от 30 до 40 лет. Однако Джонни так и не признался. И в конечном итоге, через 2 года судебных разбирательств, его приговорили к 52 годам лишения свободы. Через пару лет, в 2017 году, Брайан Гейтер обжаловал свой приговор. На повторном суде ему вновь дали 32 года, но по более мягким статьям. А это означает, что теперь у него есть шанс уменьшить свой срок за хорошее поведение. Родители Латиши до сих пор не нашли ее тело. У них все еще нет места, куда они могут приходить, чтобы помянуть свою дочь. Нет ни надгробия, ни могилы. She was a tomboyish, playing ball in any kind of way. You know, she was always go, go, go. Ее семья остается настолько сильной и жизнерадостной, насколько это возможно, ради маленькой внучки и других детей. That's my baby. It means a lot. Барри Кэмпбелл очень больно переживает потерю дочери, но он нашел в себе силы, чтобы жить дальше, чтобы заботиться о своей семье. Это убийство немыслимой жестокости. У каждого из 6 человек была возможность сказать «нет», попытаться защитить Латишу, пойти против толпы или просто сбежать из этого дома. Абсолютно у каждого была возможность не убивать. Спасибо за просмотр, дорогие подписчики, случайные зрители и хейтеры канала. Обязательно пишите свои комментарии, для меня очень важно ваше мнение. Берегите себя и своих близких и никогда не причиняйте боль другим.